С самого начала специальной военной операции наши бойцы сражаются за мирное небо над головой. Именно таких людей называют героями России. К сожалению, есть и те, кто не вернется домой, но их всегда будут помнить и чтить. Немало жителей Ленинского округа отправились в зону СВО. На сегодняшний день погибшими считаются больше 50 человек. На Видновском кладбище юноармейцы возложили красные гвоздики павшим героям специальной военной операции. Мы чтим память, признательны, низкий поклон родителям. Спасибо за то, что они воспитали таких детей. Вечная им память. На Видновском кладбище будет установлен мемориал памяти бойцам.